Новопаласовском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства поджога, в результате которого погиб человек. Накануне в полицию с заявлением о поджоге домовладения обратился местный житель. После тушения пожара в доме был обнаружен труп 39-летнего мужчины. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили обстоятельства произошедшего. Компания из трех человек распивали спиртные напитки в доме заявителя. Вечером к ним в гости пришел знакомый, ранее судимый 56-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, которого они отказались пускать внутрь домовладения. Разозлившись на это, злоумышленник поджег мусор возле дома, а после чего огонь перекинулся на здание. Хозяин дома и его приятель успели выбраться, а третий, находившийся внутри мужчина, погиб. В Среднеахтубинском районе сотрудники госавтоинспекции задержали подозреваемых в браконьерстве. Дорожные полицейские для проверки документов остановили микроавтобус под управлением 37-летнего волгоградца. В качестве пассажира в автомобиле передвигался 45-летний волжанин. Мужчины заметно нервничали, и было принято решение о проведении досмотра. В ходе досмотра в багажном отделении транспортного средства были обнаружены и изъяты резиновая лодка, рыба частяковых пород и рыболовная ставная сеть. Установлено, что на одном из водоемов в Среднеахтубинском районе мужчины при помощи ставной сети осуществляли лов рыбы. По данному факту проводится проверка. В городе Волжском 63-летний местный житель пострадал от действий лжеброкера. Решив получить прибыль на фондовой бирже, волжанин перевел 3 миллиона рублей на номер расчетного счета, который ему продиктовал в телефонном разговоре мужчина, представившийся сотрудником крупной брокерской компании и пообещавший удвоенную прибыль. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не спешите переводить свои сбережения неизвестным.